Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Фінансова грамотність українців становить 55%. Це найнижчий показник серед 30 країн Організації економічного співробітництва та розвитку. Як підвищити фінансову грамотність? Чому це важливо? А сьогодні будемо розбиратися разом з незалежною фінансовою радницею Аліною Татарчук. Аліно, рада вітати вас у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, що взагалі таке фінансова грамотність? Чому це дійсно важливо і як же ж її підвищити? Ну, давайте, наверное, начнем с каких-то базовых, да, терминов. То есть каждый человек должен понимать, что есть такие два понятия, как активы и пассивы. Да? Активы — это то, что нам приносит деньги, если на простом языке, да? А пассивы — то, что у нас их забирает. То есть к активам мы можем отнести банковские депозиты, накопительное страхование жизни, акции, облигации на фондовом рынке и другие инструменты, недвижимость, которая сдана в аренду, например, кому-то отдали денежку в долг, да. Пассивы – это наши ипотечные кредиты, потребительские кредиты, да, недвижимость, ну, то есть недвижимость, в которой мы сами живем, да, то есть наше имущество, движимое и недвижимое имущество, скажем так. Вот. Ну и, собственно, если мы у кого-то взяли деньги в долг, это как бы тоже пассив. Что как бы дают нам эти понятия? Мы, в принципе, ну, понимаем разницу между этими понятиями, да, и мы плюс-минус видим картину общую нашу, да, нашу финансовую ситуацию. И здесь всплывают следующие термины, то есть учет доходов и расходов. Что это, как с этим работать, почему это важно, да? Смотрите, ведение учета и доходов как бы нам показывает первое, то есть мы можем видеть аналитику, да, своих доходов, второе, мы можем их оптимизировать, если нам это необходимо. И третье, конечно же, определить нашу дельту, да, это инвестиционный потенциал. Что такое дельта, да, как ее определять? Это доходы, вычесть наши расходы. Чем больше наша дельта, тем больше наш инвестиционный потенциал. Давайте рассмотрим просто несколько ситуаций, несколько сценариев жизни, да. Впишем некоторые переменные, да, то есть это, например, доходы-расходы, дельта, да, инвестиционный прирост. В первом случае, например, первая формула, если у нас идет доходы, вычесть расходы, и мы выходим в долги, это сценарий банкротства. То есть такая ситуация очень пагубная, нужно из нее выбираться. Второй сценарий, доходы, вычесть расходы, мы выходим в ноль. Как бы не так уж и плохо, но все же не то, что нам необходимо. Третий сценарий, доходы, вычесть расходы, у нас появляется какая-то денежка, да, какой-то, вот какая-то дельта. И снова же, через время мы делаем крупную покупку. Вот это главная ошибка. Техника, какие-то аксессуары, может еще что-то, и все. И как бы ее тоже нету, мы выходим в ноль, это тоже не подходит нам. И четвертый сценарий, когда доходы вычесть расходы, у нас получается дельта, и эту дельту мы инвестируем. То есть умножаем на инвестиционный прирост и получаем капитал. Да, это основная формула, которой мы закрываем все наши цели. Неважно, покупка недвижимости, там, допустим, образование детям, накопление на пенсию. Неважно, что это может быть, но сценарий один. Дальше, когда мы уже определились с этим, да, что же нам делать дальше, да, тут пошагов. То есть первое, да, это ведение все-таки учета доходов и расходов. Это основное правило финансовой грамотности. Вот. Второе, научиться откладывать. Да, то есть так, сделать так, чтобы наша дельта была стабильной, да, ежемесячно, плюс-минус. Третье, подушка безопасности, то есть 3-6-месячная подушка ваших трат. Вот. Четвертое правило, уже начать понемногу разбираться в инвестициях, желательно с каким-нибудь советником, экспертом в данной нише, да. Будет проще, и я объясню на кейсе конкретно по цифрам, почему так происходит. Ну и следующий этап, конечно же, мы увеличим наши доходы, оптимизируем, может быть, расходы, вот, и стремимся к тому, чтобы наша дельта увеличилась. Да? Вопросы, как мне увеличить дельту на начальном этапе, ну, то есть это два основных правила, да, то есть либо, либо доходы мы увеличиваем, да, то есть либо оптимизация бюджета. Пример, как вообще можно оптимизировать, да, допустим, вы идете на работу, такое утречко, да, и тут выйдет с коллегой, он говорит, давай по чашке кофе. Давай. Ну. А вы кофе не пьете. И вы покупаете, это внезапная, внеплановая ваша покупка, кофе там с перекусом. Да. Одно дело, когда это вас бодрит с утра, это необходимо, это целевая покупка. Другое дело, если вы хотите купить кофе за компанию. Зачем? Это непредвиденная трата, ну, так делать не нужно. Это вот конкрет оптимизация, как каждый может примерить такую ситуацию к себе. Итак, здесь разобрались, да? Что, в принципе, у нас на выходе?
То есть у нас есть точка А, где мы сейчас находимся. То есть это доходы, расходы, наша дельта. Перечисляем наши активы, там, недвижимость, депозиты, кэш, не знаю, что-нибудь, может быть, там, паи, недвижимость, ну, что-нибудь, да. Когда это все у нас есть точка Б, то есть куда мы хотим прийти, там, через лет, там, 25, да, то есть у нас такая дистанция 25 лет, допустим. Мы хотим, там, квартиру, мы хотим, там, выйти, там, на финансовую свободу, может быть, мы хотим, может быть, быть мобильными, может, мы не хотим привязывать территориально, нам нужен капитал, чтобы свободно чувствовать себя по Украине, там, допустим, снимать недвижимость, там, в любом городе, да, Украины. А вот для этого нужен капитал, да, это наша точка Б. И здесь нужно понимать, да, сроки этой цели, стоимость этой цели и учитывать инфляцию, да. Допустим, если рассмотреть конкретный кейс, допустим, приходит человек, говорит: «Алин, мне нужен, допустим, доход там, в размере там, 500, допустим, долларов пассивного дохода в месяц». Окей, это у нас получается 6 тысяч примерно, да, долларов в год пассивного дохода. Это, которая, там, допустим, дишка, которая покрывает наши доходы, там, точнее, расходы, это, там, питание, там, допустим, аренда, наши какие-то траты. Итого мы получаем примерно 120 тысяч долларов, да, которые мы должны накопить на сегодняшний день, без учета инфляции. Если мы посчитаем более детально, да, на эти 25 лет, у нас примерно инфляция там получается, если мы закладываем примерно 3%, да, ну, то есть запасом в долларе, то это получается примерно 251 250 долларов. Если же мы эту сумму поделим, да, сделаем расчет на ежемесячные платежи, которые мы должны делать уже сейчас, чтобы прийти к этой сумме, мы получаем примерно 840 долларов в месяц. Так, очень такая сумма, очень даже, скажем так, да. И тут главная задача, а что же тогда делать, да? То есть либо своими денежками вот так откладывать 840 долларов в месяц, да, вот, либо же как-то найти другой вариант. Вариант как бы есть. То есть если мы закладываем там доходность по 10% годовых, да, то есть там стратегия усреднения, то получается, что нам нужно инвестировать не 840 там, долларов, а 215 долларов в месяц. Чувствуете разницу? 4 раза. То есть это уже ваша оптимизация. Над этим работают финансовые советники. Это примерная модель, как это может происходить. Да, дальше идет, конечно же, более детальная работа. Когда мы уже понимаем, какая у нас точка А, какая точка Б, то есть у нас должен быть какой-то путеводитель на руках, да, какая-то карта. Это все закладывается в финансовый план, в личный финансовый план. Да. Это и есть наша карта, наш путеводитель. Вот. И там мы уже учитываем, какие, допустим, инвестиционные инструменты нам нужно применять, потому что ситуации бывают разные, и именно личный финансовый план это учитывает. Ну, то есть, чтобы так плюс-минус каждый понимал, может примерить эти цифры на себе, да, посчитать, посмотреть, что у нас получается. И каждый человек теперь понимает, как это плюс-минус должно выглядеть. А які, можливо, на вашій особистій практиці найтиповіші от фінансові помилки роблять українці, дніпряни? От які помилки вони роблять і як з цими помилками боротися? Первое основное правило, которое я запомнила со школьных времен и до сих пор это вижу в людях, неважно сколько вам лет, это дисциплина. Ее просто нету. Когда я училась, я думала, что очень круто быть там самой умной девочкой там, или одной из самых там, умных, или там попасть куда-то. Но, как правило, не это делает нас, ну, не это приводит к нас, ну, нас к целям, которые мы хотим, а приводит нас дисциплина именно. Потому что дисциплинированные люди как раз-таки приходят к поставленным задачам. То есть у нас есть цель, у нас есть план, и мы этому следуем. Это вот основное правило, да. Возможно, там кто-то говорит, там, я, может, не веду доходы, там, расходы, там, плюс-минус я там понимаю, вот. Но снова же, допустим, если ты плюс-минус понимаешь, да, ты ничего сейчас не делаешь, то как бы время уходит. И потом получается так, что, там, допустим, прошло там 2 года, денег нет. Прошло 5, денег нет. Прошло 20, денег нет. И от кого мы будем ждать помощь? Неизвестно. То есть здесь важен второй момент – взятие ответственности на себя. Да? Взять ответственность за себя в первую очередь. То есть я, например, там, да, как там, кормили, допустим, семьи, там, да, либо еще там кто-то, да, ответственный, допустим, семья, когда детки. Нужно понимать свою ответственность прежде всего, а не так, что там прошло время, а как же так, а вот государство, кто, никто не поможет. Нужно брать в ручки. Хорошо, когда кто-то помогает, но это, на это нельзя рассчитывать.
нужно рассчитывать на себя, на свои силы. Это такие вот основные моменты, которые люди забывают. То есть они думают, ой, петух в попу не клюнул, когда-то там потом. Вот когда придет, тогда и придет. У меня тоже такие ситуации были, особенно когда я училась, и тут я тянула до последнего, тут у меня там сессия, либо еще что-то. Ну, то есть хорошо, когда ты выкручиваешься из этой ситуации, но в реальной жизни так, ну, так не произойдет. За один день, за неделю, за месяц ты миллион не сделаешь. Если за одну ночь ты подготовишься к сессии, там еще проканает, то ну, там, какой-то капитал, который формируется там, 10-20 там, лет, да, такая, да, с небольших сумм, да, допустим, даже. Но не сформируешь ты даже за год. Ну вот, если для среднестатистического человека, не сформируешь. Это, я не знаю, это должно быть какое-то наследство, какой-то бум, какой-то, не знаю, что-нибудь должно произойти, чтобы оно упало вам с неба. Но так не бывает, как бы, нужно быть реалистами просто. Это основные правила. Ви сказали одне з найголовніших, найперших правил, що треба вести підрахунок своїх фінансів, своїх витрат. Як це правильно зробити? Можливо, є якісь спеціальні додатки або це робити, там, записувати? Да, тут, в принципі, індивідуально, знаєте, от, люди, які, допустим, от, постарше, може бути, да, їм от, пощупати. Им вот надо блокнотик, чтобы вот все оформить, там расписать, вот это так, кому-то проще Excel, да, то есть открыли там табличку, расчертили, да, написали, и все, и у вас здесь полный там отчет, да. А кому-то удобно вообще, ну, то есть приложение, то есть те приложения, которые, допустим, на мобильный телефон можно установить, там, не знаю, там, Easy Money, CoinKeeper очень удобное, очень многие спрашивают, оно бесплатно. То есть вы заходите, там просто элементарно доход, там, на карту, наличными, ваш расход. И там даже основные есть категории, там, продукты, проезд, услуги, допустим, какие-то дополнительные траты. Ну, и вы плюс-минус понимаете, там можно, там, допустим, даже создать там, какую-то мою подушку, там, на карте, на какие-то накопления. А вот, снова же не забывайте, очень классные инструменты там у нас в банках, да, есть, это когда копилочки всякие, там, накопительные там счета, да, допустим, отдельные, то есть это как можно под фонды делать вообще, там, фонд мне на квартиру, там, не знаю, фонд на питание, там, фонд на путешествие. То есть вы получили денежку, вы там отложили себе, при, ну, в первую очередь, там, себе хотя бы, там, не знаю, процентов 10 себе любимому, вот, а потом все остальное распределили на эти фонды, да. Потому что получится так, что если так посчитать, просто люди об этом не задумываются, допустим, возьмем там траты 10 тысяч гривен в месяц, расходы, да, умножим на 12, это сколько? 120, а еще на 10 лет. Это 1 миллион 200 тысяч проходит просто мимо нас, просто вот мы делегируем, мы вот проводим мимо себя 1 200 000. А себе любимого мы не можем отложить. Ну, то есть, получается, 10 лет прошло, мы всем отдали денежку, мы за всем расплатились за квартиру, там, за питание, мы всем заплатили, а сами остались ни с чем. То есть, прежде всего, нужно подумать, конечно, здесь себе, потому что так получается, что потом ты остаешься с носом. Да? Экономика устроена как? Один тратит, другой зарабатывает. То есть, траты одного – это заработок другого. Чем больше тратит один, тем больше зарабатывает другой. Но, соответственно, когда мы, у нас больше доход, больше расход, нужно все равно стараться оптимизировать эту дельту, да, не забывать о себе все же. Да. Вот так вот. Якщо так підрезюмувати, куди все ж таки вигідніше інвестувати ці гроші, от якщо ми все ж таки навчилися, ми фінансово вже освічені, грамотні, у нас є якась сума грошей, куди їх краще вкласти? Зависит от человека, от его доходов, точки, что мы вообще сейчас имеем, да, какие-то будут цифры. Тут разные инструменты, это может быть, если вот совсем для там, простых людей, там, допустим, это может быть там, накопительная программа в страховых компаниях. Это самый простой, оптимальный способ. Допустим, если уже думать о инвестициях, да, выходить, там, допустим, какие-то покупать фонды, акции, допустим, диверсификация, портфельное инвестирование, то есть что-то большее. Да, вот, допустим, как у меня там был пример с кейсом, там, от 200 долларов в месяц, пожалуйста, и можно, то, конечно, здесь как бы нужен уже эксперт, там, финансовый советник, и можно как бы выходить с его руководством уже в инвестиции. Вот, но самое элементарное даже, вот, допустим, эти же накопительные программы, это решает боль людей, но только они этого не слышат. Они думают, ой, нам что-то там рассказывают. Ну, как бы, знаете, когда там будут какие-то там реформы, может, произойдут или какие-то изменения там в государстве, возможно, там некоторые спохватятся, как бы, и будут как-то страховка с автомобилем. А, вот, потому что, может быть, не для всех, конечно, доступны инвестиции, да, уже там, допустим, в эти там, даже в эти там, может быть, 200 долларов, это вполне нормально. Вот, и тут понимать нужно, какой бюджет. То есть, если у вас есть конкретный бюджет, конкретная постоянная дельта, тут просто нужно обратиться к финансовому советнику, да, к эксперту, который понимает, от чего отталкиваться. Он будет просто видеть общую картину, вот, и порекомендует необходимые инструменты именно в данном случае, в конкретном, да,
под ваши цифры, под ваши кейсы и цели. Потому что, допустим, если там одного цель накопить, там, допустим, на образование детей и все, например. Да, я хочу образование и все, я о себе не думаю, вот мои дети и все. А кто-то думает, а вот мне нужен какой-то капитал, я хочу еще на средства передать. Вот, это другой вопрос. То есть здесь нужно подумать, да, и тогда человек больше у него стимулируется, ну, стимулирование происходит, он понимает, ага, нужно повышать доходы, ага, а как мне это сделать, ага, а в чем я эксперт, а за что мне платят, да, а, зона моей ответственности, да, а в чем я могу повысить свои скиллы, а как я могу увеличить стоимость рабочего часа, это совсем другие вопросы, то есть у этих людей будет разная мотивация. Совсем. То есть одно дело там накопить там на образование, да, и, соответственно, либо на территории Украины, либо за границей, да, другое дело передать наследство. То есть это довольно-таки другая цель, более такая весомая. І по цифрам это будет более объемно. Ви приводили нам декілька прикладів, кейсів, які ще можна от назвати приклади, у яких, можливо, наші глядачі дніпряни зможуть себе впізнати і ось так на прикладі такої ситуації зробити свої вже висновки. Ну, допустим, які є ще приклади. Ну, основные цели людей, как уже было сказано, да, там, о детках, о себе, может, недвижимость, да. Есть очень много вариантов, на самом деле. Вопрос в том, насколько люди готовы в этом разбираться, да, потому что вещать можно много, у нас 21 век, переизбыток информации. Другое дело, как ты вещаешь, тебя не слушают. Вот тут главное не слушать, а слышать, поэтому... Ну, я перечислила там виды там, да, активов, то есть кто-то держит банковский депозит, ну, снова же там лимит там до 200 тысяч гривен, грубо говоря, да, фонд гарантирует, если вдруг банк обанкротится, вот, нужно что-то по, ну, побольше искать, да, если мы хотим там, допустим, накопить определенную сумму на, там, на долгосрок, там, не знаю, на квартиру, допустим, да, или там на пенсию, не знаю. То, возможно, подойдут там накопительные страховые продукты, да, очень хорошо закрывают этот вопрос, комфортная сумма, как бы, для большего количества населения. Вот. Снова же, если мы стремимся к чему-то большему, да, и у нас там дельта от 200 там, долларов в месяц, то, в принципе, уже можно смотреть в сторону инвестиций. Можно обращаться к финансовому советнику, в принципе, и он будет уже аккумулировать эти все вопросы, будет делегировать, подключать необходимых специалистов, вот, которые, ну, командным решением, в принципе, будут вас вести. Там, ребалансировка портфеля там, раз в год, там, раз, там, может быть, там, два раза в год, как там, вот. То есть хотя бы построить там банально, позаботиться о себе, да, как там окормить семьи, допустим, ну вот там страховые продукты хорошо под это дело подходят. То есть стоит задуматься, посмотреть, да, накопительное страхование жизни, там, независимые частные пенсионные фонды, вот, то это как раз-таки наше решение, потому что, ну, допустим, человек зарабатывает 15 тысяч гривен в месяц, а через 25 лет он не получит 15 тысяч гривен, например, пенсии. Что делать? Надо ее формировать, эту пенсию, чтобы потом не жаловаться, что у нас там, допустим, у нас маленькая пенсия. А что вы сделали для того, чтобы эта пенсия была не такой маленькой? Вы задумались в свое время? Ну, вообще, нет. Понятное дело, нет. Все думают сейчас. Здесь, сейчас. Да? Вопрос. У меня был такой клиент, он говорит, я не думаю, там, что будет потом, это вот 20 лет планировать, это вообще. Я говорю, окей, давай заглянем в твой шкаф. Я заглядываю в шкаф, и говорю, вот у тебя висит зимняя курточка, вот у тебя весенняя висит. То есть, по сути, сейчас, допустим, а вот у тебя летние вещи. То есть, сейчас уже ноябрь, да, у тебя вот летние вещи есть, у тебя вот зимние есть. То есть, ты как бы думаешь на следующий год, ты же их не выкидываешь. То есть, ты не купил, не проносил сезон, не выкинул их. То есть, ты думаешь там, о следующем году, да, там, о последующем году. А вот, ну, как-то так. Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сподіваюся, що дійсно наші глядачі зробили висновки, почули, чому фінансова грамотність – це важливо, чому треба її розвивати, чому треба думати, як ми зробили висновок, наперед. Сьогодні допомагала нам відповідати на питання, що таке фінансова грамотність і куди потрібно інвестувати. Незалежна фінансова радниця Аліна Татарчук. Ще раз вам вдячні за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.